Завод «Мосмех» был одним из крупнейших предприятий в России по производству алюминиевых профилей для гражданского и промышленного строительства. Он работал с 1971 по 2012 год и был градообразующим предприятием города Видное. Несмотря на то, что он давно закрыт, бывшие коллеги общаются и дружат долгие годы. Для того, чтобы они могли вспомнить о былой славе, для них организовали встречу во Дворце культуры «Видное». Нам помогает администрация и, в частности, ДК. То есть они взяли на себя эту миссию. Вот, мы дали свои материалы, которые у нас скопились за этот год, и видеоматериалы, и фотоматериалы. Они подготовили нам ролики. То есть они взяли на себя основную, как говорится, ношу. Ну, вот получилось. Завод всегда гордился своими кадрами, от рабочих до инженеров. Представители органов местного самоуправления пришли отдать дань уважения ветеранам Мосмеха за то, что они внесли огромный вклад в историю строительства нашего города. Завод – это люди, а закрыть нас нельзя. Мы не готовы к тому, чтобы нас закрыли. Вы создали комфортную среду, потому что вы, наши основатели города, вкладывали свою лепту, душу в то, что есть. В зале собрались те, кто много лет проработал на заводе. Им есть что вспомнить. Когда пускали оборудование, было очень интересно. Наше это японское оборудование тогда было свет в окошке в России. И к нам ехали со всей России смотреть, учиться. Коллектив у нас в 26-м цеху был очень чудесный коллектив. Там все ребята и девчата были молодые, веселые. У нас такие посиделки были необыкновенные. Было очень весело, и в турпоходы ходили. Теперь станет доброй традицией устраивать подобные встречи ветеранов завода Мосметаллоконструкций. Юлия Стаферова, Александр Логинов, Гульнара Балаева, Видное ТВ.